Президент Турецкой Республики Реджеп и Эрдоган поздравил народ Кыргызстана и президента Садра Джапарова с праздником Курманайт. Пусть этот священный праздник, объединяющий всех нас, принесет нам мир и станет лекарством от недугов. В эти трудные времена говорится в поздравительной телеграмме президента Турции. Реджеп и Эрдоган пожелал Садуру Джапарову крепкого здоровья, благополучия братскому Кыргызстану, мира и спокойствия.